В Ульяновске обсудили развитие беспилотных технологий, а также перспективы ведущих отечественных компаний-производителей и беспилотных летательных аппаратов. Важность развития данной отрасли подчеркнул губернатор Алексей Русских. Чтобы удовлетворить колоссальный запрос общества на беспилотники, нужно в ближайшее время начать очень серьезную работу по развитию беспилотной системы и созданию полностью наших по софту и по начинке аппаратов. Главные преимущества беспилотников – это оперативность, непрерывность, снижение трудоемкости и точность. Беспилотники могут применяться повсеместно, как для решения боевых задач, так и в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Конечно, особое внимание к использованию беспилотных летательных аппаратов в отраслях экономики региона. Мы сегодня уже являемся свидетелями того, как ББЛА используется, допустим, для мониторинга противопожарной безопасности в лесах региона. Это наша данность. Или сегодня уже используются ульяновскими сельхозпроизводителями летательные аппараты для мониторинга сельхозпосевов, для оценки качества всходов. Здесь же организовали выставку беспилотных летательных аппаратов. Каждая машина разных размеров и обладает различными характеристиками. Каждый дрон изготовлен для выполнения определенной задачи. Вот данные дроны, которые представлены, они большей части предназначены для аэрофотосъемочных работ. Используются в Росреестре, кадастровой палате, для муниципального земельного контроля, для создания высокоточных ортофотопланов. И также используются на площадках, как карьеры, полигоны ТБО. В планах в Ульяновской области создать центр производства беспилотных летательных аппаратов. Губернатор отметил, что сейчас идут переговоры с одной из российских компаний по сборке дронов. Для этой сферы в Ульяновске есть и кадры. В авиационном колледже ребята обучают на операторов беспилотных систем. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.